Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Также рекламы пабликов, телеграм-каналов, персональное поздравление с днем рождения или с другим праздником по поводу и без повода. С наилучшими пожеланиями от Маргариты. Подробности в описании. Ребятушки, слушаем Лил Кизи. Ребятки, музыка таинственная, да? Ребятки, такая она таинственная. И знаете, что ты ждешь от этой музыки, да, ребятки? И голос такой. Ай-ай-ай-ай. Красивый такой голос. Сочный, ребятки. Давайте, о чем же трек, ребятки? Название сними. Что сними? Интересный трек, да? Как красиво звучит! Как красиво звучит, ребятки! Музыка такая, и такой голос, они вот прям, знаете, вот подходят, да? Прям сплетается так одно в другое, красиво. Ну о чем трек, ребятки? Молодежь. О любви, об отношениях, о деньгах, об одежде. Ну а вот что люди одевают? Какие вещи любят они одевать, что они любят носить, какая мода, вот обо всем. О планах на жизнь. Да, о планах на жизнь. Не любят тоже, но я не вру своим близким, в этом мы не похожи. Эй, да мы не похожи, сука летит в голову, я залезу тоже. Она хочет мои деньги, я не верю больше. Мне всегда было мало, я хочу еще больше. Также вот продолжим дальше. Значит, об отношениях, деньги, это естественно, без денег никуда, ребятки. Ну, никуда без денег. Она хочет денег очень много от него. Очень много хочет. А он ей говорит, надо постараться, надо деньги заработать, надо быть хорошей девочкой, пай-девочкой. Ну, вот что-то в этом роде. Я вот так думаю. Хочу еще подчеркнуть, ребятки. Очень красивый голос. Манера исполнения? Манера исполнения такая спокойная, без крика, без гамма, а именно спокойная. Но таинственная, ребятки, музыка. И голос такой, вот знаете, он такой красивый, нежный, вкрадчивый такой, понимаете? Чтобы до нас дошло, о чем этот трек, понимаете, ребятки? Стильный ребятки, трек. Стильно. Угу. Очень стильно, ребятки. Я вот рекомендую. И вот хочу сказать молодому человеку, чтобы он не останавливался. Он действительно талантлив. Ну, действительно, он талантливый. Мне очень понравилось, ребятки. Очень понравилось. Я, ребятки, рекомендую вам. Пока, друзья.